В администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались главе округа о проделанной работе. Итоги прошедшей недели в репортаже моих коллег. За последние 7 дней жители округа обратились в полицию 1600 раз. По 28 заявлениям возбуждены уголовные дела. 24 из них стражи правопорядка раскрыли по горячим следам. Не обошлось на прошлой неделе и без происшествий на дорогах. Было 196 ДТП, из них 4 пострадавших, один результат со смертельным исходом. За прошедшую неделю по сигналу тревоги огнеборцы Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали 33 раза. Пожарные ликвидировали 3 возгорания. Один пожар произошел в жилом секторе, в квартире. В результате пожара пострадавших нет. И второй пожар произошел на стройплощадке. Также в результате пожара пострадавших нет. Третий пожар произошел на территории городского округа Дзержинский, в частном гараже. Также в результате пожара пострадавших нет. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в округе проводят дезинфекцию подъездов жилых домов. По всем обращениям жителей, связанным с обработкой мест общего пользования, управление ЖКХ округа проводит проверки. С 9 по 15 ноября поступило 55 обращений, все отработаны. Для информирования жителей в подъездах МКД на сайтах управляющих организаций ТСЖ, ЖСК и на сайтах администрации округа размещены графики проведения работ. На оперативном совещании обсудили обращения жителей и работу по исполнению поручений главы округа. Убрана территория в Люберцах, улица Южная, 20. В поселке Октябрьский наведен порядок на улице Ленина, 14. Перенесена опора освещения в поселке Краскова, улица 2 Заводская, 1. Проведен ремонт асфальтового покрытия в Люберцах, улица Черемихни, 10. Минувшая неделя была богата на спортивные события. Люберецкие боксеры завоевали призовые места на Кубке дружбы в Тверской области. Наши спортсмены получили награды на открытом турнире по художественной гимнастике и на фестивале боевых искусств во Дворце спорта «Триумф». Александр Колганов, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.